все. Спасибо этому дому. Поедем к другому. Все уже вышли. Мы собрались. Замечательная квартира, замечательный хост, замечательная Наталья. Огромное спасибо ей за все, что она для нас сделала. Вот мы выходим. Иду, Леш. Плюс она нас сейчас довезет до места, куда нам нужно дислоцироваться. Дальше в Ижевск. Давай, все, подходи. Вот, и мы едем в Ижевск. Подробно, чуть в следующем видео, попозже, о Перми, какой у нас был бюджет, сколько мы потратили, на что и так далее. Да, Лешка? Ага. Вылез у нас получился поздний. Ну ничего, мы нагоним. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока. Да? Мы уезжаем. Наш хост Наталья нас забирает. И мы поедем сейчас на точку выезда с набережной Камы. Вот куда-то туда, в сторону Ижевска. Местечко такое, здесь есть где-то километров 30 от Перми, и это очень хорошая точка для стопа на Ижевск, вот, так что имейте в виду. Если видели, то это тоже это отдаленный район получается, да? Да, это самый отдаленный. Самый отдаленный район Перми, Крым, вот здесь сейчас будет видно. Крым, Пермь, вон. Вот так вот. В Перми все есть. Это Аджария. Аджария. Что-то грузинское. А где ваша одежда? Она у меня. Тима. Вот Наталья, наш хост просто замечательный. Она нас довезла 70 километров от Перми за Краснокамск. В прошлый раз мы очень долго выезжали из Перми. Чтобы до сюда доехать, примерно тоже мы объехали три машины у нас было. И где-то 3,5 часа времени у нас ушло на все про все на это. А сейчас вот мы здесь, и достаточно быстро, я думаю, мы уедем. Сегодня прекрасная погода. Да. Леш, подержи. Итак, мы стоим и ждем нашу следующую машину. На Ижевск. Всего нам осталось-то всего до Ижевска тут километров, наверное, 250. 250 всего. А? 200? Вот, Наталья, наш хост, просто большая молодец. Она нас подкинула до выезда из Краснокамска. И мы вот 2 минутки только здесь стоим, она отъехала. Сейчас, я думаю, достаточно... Это 70 километров от Перми где-то. Вот. Достаточно быстро мы уедем и уже в обед будем в Ижевске пить чай. Остановились наконец-то. После 40 минут ожидания, наконец-то мы нашли свою машину. Вот. Ну, поздно выбрались, конечно. 40 минут подождали. Но самое главное, нам остановился тоже Hyundai Starex, который нам останавливался 3 года назад. То есть вот так вот. Так, сейчас надо все запаковать. Ага, сейчас. Наконец-то мы сели. И это Hyundai Starex. Снова Hyundai Starex, как и 3 года назад. Ребят, прикиньте. Нас тоже подобрал Hyundai Starex. Только чуть подальше, там, где пост ГАИ был. Вот, но мы там ехали в Казань. И он был постоя вообще. А тут он полный семьей, многодетная семья уже, да? Вы не против, да, если я вас поснимаю? Еще раз, можно имя? Я просто... Антон, Антон и Оксана. Я Антон, она... Ага, а сколько детей у вас?
Вообще четверо, и четвертый у нас едет в Ижевск на соревнования в автобусе с группы, поэтому мы едем круто, на машине. Круто, вообще. Вот, одна многодетная семья встретила другую многодетную семью. Здорово. Мы очень рады, что мы с вами сейчас поедем, пообщаемся. В общем, встретимся в Ижевске. Здесь общаемся Пуна-пуэна, с ребятами. То дети будут смотреть мультик сейчас. Мы очень надеемся. Наши дети, вы как, хотите мультик? Вообще с комфортиком, да? Так? С мультиком еще. Только напитки не подают. Да, только без напитка. Корабли старые. Станция Воткинск. Огромная. Я бы хотел только сделать. А сколько по времени делается такой кран? Такой кран? Вот, наверное. И вот мы приехали в ИЖС практически к нашему посту. Вон ребята выходят из автобуса. Вот. В общем, сейчас мы не можем дозвониться до нашего хоста. Мы решили вот здесь торговый центр. Сейчас пока здесь останемся. Потому что мы должны были приехать вчера, и она как бы, ну, сегодня у нас не совсем, видимо, не сообщили мы, во сколько мы приедем. Как настроение, Леш? Выспался? Нифига. Что? На, выспался? Подержи. Часы, в мол в Ижевске, недалеко от нашего хоста. И тут вон часы, да? Внутренности, часовой механизм, да? Да. Сейчас мы зайдем по хэшку, идем покушаем. Вот, потому что хост у нас пока... Мы заехали, мы долго ждали, но мы на первой же машине. Сколько долго? 40. 35. 35 минут мы ждали. Ну нормально, слушай, учитывая то, что мы больше не ждали. Ну да. Что мы взяли ту машину, которая... Мама, даже клоуны. И знакомство очень классное. Привет, Максик. Привет, скажи. Привет. Привет. Привет, привет, скажи, привет. Так хорошо поспали, так хорошо доехали. Сейчас вот покушаем в торговом центре и потом пойдем на встречу с нашим хостом. В Ижевске. Да, у нас мероприятие. Да. Леха там сидит. Леха, скажи hello. Hello. Всем привет, это мы. Наш фотосет фотосет. И мы в Ижевске. Мы в Ижевске. Смотри, у нас сейчас стол. Да. Мы доехали сегодня. Ижевск. Не могу сказать, что быстро, но хорошо доехали. Комфортно. Мы стояли минут 35-30 стояли, был весь сильный, но потом становились машинами, не вэш, да? Нам ехали 5 часов, да? Вот, да? 6 часов. Мы 6 часов ехали, но потому что мы заворачивали. Ну дай старый часов. Потому что... Ну скажи, что он начал. Макс, включи, ты не слышишь. Мы ехали 6 часов в итоге, потому что мы заезжали в Чайковский, там еще, то есть туда-обратно, там плюс получилось километров. Вот. И 5 часов приехали. 10-20 мы выехали, 5-20 приехали. С ребятами ехали, тоже многодетная семья. У них вообще 4 ребенка, но они ехали втроем в машине, 3 ребенка, точнее, мама и папа. Теперь человек. У них 5. А ехали в соревнования в Ижевске. Дочка, которая 7 дней ехала, в соревнованиях участвует в тэквондо. Она ехала в автобусе своей группы. Причем интересно, там где-то беседа завязалась, сколько ехали, общались. Даже незаметно дорогу. Ребята на яхте умеют ходить на яхте. Да, они летом с детьми ходили на яхте. С маленькими. В Европе с маленькими. С летними, да. Вот. В общем, классно, все хорошо. Сейчас поедем к нашему хосту, пойдем к школу. Мы немножко заранее не позвонили. Хотел бы сказать пару слов про первый. Да? Я не знаю, попозже про первый. Давай, мы попозже вам про первый. То есть вот приехали, и все, нас хост встретит, нас ждет, мы просто немножко не связались, поэтому мы зашли в торговый центр, а так мы сразу приняли. Нас довезли, короче, до хоста.
Ребята нас просто сюда привезли, прямо до подъезда. Так что едем дальше. А вот и пицца. Да, Тима? Угу. Как пицца? Тим? Нормально. Нормально? Вот пицца. После дороги нужно обязательно подкрепиться. Пицца. Да, Лёшка? Да. Да? Да, Димошка? Не лучше, конечно, способ подкрепиться пиццей.